Мы подошли к Дворцовой площади, поближе приблизились. Вот. Что интересно, в метро даже есть место, как и после Москвы, место в метро — это что-то такое, ну, не совсем понятное, как-то так, что места, кажется, могут быть свободными. Вот. Народу как-то довольно мало в метро относительно, да, как бы, ну, у нас сейчас, ладно, там сколько, 11:30, вот. Немножко, конечно, странно, то есть и молодых людей не так много, как в Москве. В Москве в такое время там туда-сюда все только ходили. А здесь как-то одни только такие постарше сидят. Вот. Ну вот, сейчас там в Эрмитаж идем.